Я желаю проповедовать из Библии на тему жертвы, благоприятные Богу, или духовные жертвы. Я уже говорил несколько проповедей на эту тему, но эта тема мне очень нравится. И мне кажется, я для себя лично что-то в ней нахожу свежее и новое. Мне хочется сказать о жертвах Богу, о современных жертвах Господу, с той целью, чтобы мы, служа Богу, увидели и поняли гораздо глубже, что служение Богу – это жертва. Чтобы мы оценили это, углубили как бы больше свое служение для Бога, желая принести Ему настоящую, самую лучшую жертву. И для чего? Конечно, жертва приносилась для разных целей. Прежде всего, человек видел свои нужды, и человек хотел обрести благоволение Божие, то есть обратить внимание Господа на себя. Вот что, Господь, я делаю для Тебя, что я готов Тебе отдать? Обрати на меня свое внимание, свой взор, как бы презри на меня, помоги мне или благослови меня. И жертва существовала так же, как жертва благодарности. Это признательности Богу за то, что Бог уже совершил. Это уже жертва направлена на то, чтобы почтить, выразить любовь и признательность Господу. И слово «жертва» — это очень сильное слово. Это указывает на жертвенность, на ценность того, что мы готовы сделать для Бога. Чтобы обрести благоволение Господа в Ветхом Завете, нужно было принести на самом деле жертвы, то есть пожертвовать что-то. Пожертвовать — это значит отдать нужное тебе, отдать то, что дорогое тебе, отдать самое лучшее. Жертвы направлялись Господу, конечно, предназначались для Бога, но имели обратную связь, имели обратный эффект. То есть Бог, глядя на жертву, смотря на жертву человека, несмотря на его внешность, несмотря на его состояние, но смотря на его жертвенность, именно на качество, то, что он делает, Бог мог благословить за это человека. Мы знаем, что наш Господь сам по себе не имеет нужды ни в чем. Так написано в Библии. В Деяниях апостолов 17 главе написано, что Он не имеет нужды. И Ему как бы, казалось бы, и не нужно что-то подарить, чтобы Он мог бы через это стать богатым или красивым. Но вот жертва, она прежде всего нужна самому человеку. Она нужна нам, чтобы Бог мог обратить на нас внимание. Жертва выражает отношение сердца человека. И вот Бог благословляет человека, смотря на сердце. Вы знаете, что Бог не действует просто по правилам, что если ты мне, я тебе. Но Бог смотрит на правила, что ты мне дашь, то есть как ты это сделаешь. Помните женщину, которая принесла только 2 лепты? 2 монетки. Она отдала Господу. Ну что такое 2 лепты? Это вообще очень мало. Это мелкая монета. Она принесла мало, но она принесла все. То есть это имело большую цену в глазах Бога. Это имело большое качество. И вот Бог желал видеть наши отношения, чтобы нас благословить. Чтобы нас благословить, Ему важно почувствовать наши отношения. Поэтому Господь даже указал, что именно Он ждет от нас. Он это ожидал от людей Ветхого Завета. Я говорю «от нас», имея в виду человечество. И поэтому Бог смотрел по жертве на сердце даятеля. Богу ведь важна не сама жертва, а важно наше сердце. А наше сердце выражает, какая именно жертва это будет. Я сегодня скажу о прославлении, а возможно, других каких-то жертвах. Но моя цель, мое желание, чтобы мы увидели, друзья, что то, что мы делаем для Бога, это жертва. Это должно быть действительно жертвой. Это служение не просто так. Но когда оно превращается в жертву, в настоящую жертву Господу, то это имеет большое качество, большую ценность в Божьих глазах, и это вернется, обязательно возвратится тебе, мне, всем, кто жертвует, возвратится благословением. И когда мы смотрим просто на служение, как на привычное служение, оно теряет для нас ценность. Но когда мы смотрим на служение, как Бог нам говорит,
тогда это служение, оно проявляет в нас усердие. Оно проявляет в нас особый интерес, особенное желание послужить Богу. Допустим, Бог говорит через Петра, 1 Петра 2:5, чтобы мы строили из себя дом духовный для совершения духовных жертв. То есть эта задача поставлена перед верующими, чтобы мы устрояли из себя духовный дом. То есть внутри себя построили такое место, создали, дали Богу место для того, чтобы в этом месте приносить Богу настоящие жертвы, то есть говорить с Ним, отдавать Ему что-то, передавать Ему самое лучшее слово сердца, самые лучшие чувства, самые лучшие слова, самые лучшие, может быть, дела, самое лучшее дорогое время, чтобы иметь общение с Богом, чтобы Бог мог иметь общение с нами. И вот Бог говорит в первом послании Петра 2:5, чтобы мы приносили духовные жертвы, а выше сказано, чтобы мы устрояли из себя дом духовный, строили из себя. И 1 Коринфянам 6:19 уже прямо говорится, что вы храм, вы те, кто храм Божий. Мы не просто жители земли, мы не просто граждане или лицо без гражданства. Мы не просто люди, имеющие национальность. Мы Божье строение, в котором Господь желает действовать, в котором Бог желает ходить, двигаться. Мы должны внутри себя иметь это место, особое место для Бога. Это наш дух, наше сердце. Это самое внутреннее внутри нас. Это то место, где обитает, действует и говорит Господь. И вот чтобы Бог мог говорить и действовать, нам нужно пожертвовать Ему что-то. Чтобы мог Бог прийти к нам, нам нужно пожертвовать Ему. Я не говорю сейчас о деньгах. Бог хочет увидеть наше сердце, чтобы наше сердце открылось для Него. Вот Он такой, понимаете? Если для кого-то из людей достаточно, просто рутина, просто бюрократическая машина. Вот, оформил документы, сделал, проходи. Следующий. Вот документы, вот паспорт, вот билет, вот другие какие-то документы. То для Бога не это. Мы Его дети. Мы Его дети, и Он хочет, чтобы мы любили Его. Он хочет, чтобы быть нашим Богом. Нашим Богом. Нашим Господом. И Он хочет вселиться в нас и ходить в нас. И Он сказал, я вселюсь в них и буду ходить, и я буду им Богом. Они будут моим народом. Это мечта Господа. И когда мы понимаем это, то это становится нашей мечтой. И поэтому мы здесь. Вы пришли сюда в этот поздний вечер, чтобы быть у Божьего Слова, чтобы быть поближе к Господу. Это ваша вера, это ваше служение, это ценно в глазах Господа. Но Бог хочет еще и еще больше нас учить тому, что мы должны приносить Ему жертвы. Чтобы наше служение, наше пение не было таким вялым, таким, знаете, вот когда... Что такое увядшие плоды? Но они уже не вызывают радости, понимаете? Но их мы можем съесть, но чтобы отдать другому человеку. Они уже не имеют того качества. Их свежесть уже потеряла уже количество витаминов. Понимаете, можно самому, ну, взять там неспелый фрукт или, в смысле, переспелый, и можно взять почистительскую жиру и так, ну, тихонечко обрезать кусочки, знаете, чего-то подпорченного и съесть. Но мы понимаем, чтобы угостить, чтобы подарить, нужно что-то сделать хорошее. Едва, может быть, не самое лучшее, а может быть, лучшее. И вот по отношению к Богу можно увядающую хвалу иметь, можно такую увядающую молитву, знаете, ну так вот, как от усталости бывает. А ведь это жертва. И такова наша жертва пред Господом. Можно иметь слепое и хромое животное и отдать это Господу, потому что оно, как-то, знаете, в стаде заставляет заботиться об этом, иметь с этим проблему, иметь дело. Животное неполноценное, но Бог говорил нет. Он сказал, принесите. Причем Бог дал право людям приносить жертвы, от которой они сами могут кушать, а и также жертвы, которые были все сожжения, то есть полностью сжечь пред Господом, не взять себе ничего. Это были жертвы Ветхого Завета, но в них Бог показывал, что Он хочет качества, Он хочет качественной жертвы.
Если бы Господь не смотрел на сердце человека, ему бы достаточно было принять 100 или там больше жертв, и все, проходи, ты принят, ты будешь благословен. Но Бог смотрел на сердце. И когда люди перестали это от сердца делать, пусть они приносили много, тысячи всесожжений, но Бог видел, что сердце их оставило Господа, что их сердце, оно не чтило Его, не любило Господа, то Бог говорит, я не хочу больше всесожжений, я не хочу больше жертв. Итак, видите, Бога не устраивало количество, Богу нужно было качество. Бог хотел благословить свой народ, а жертвы выражали их отношения. И вот поэтому наше пение, друзья, наши молитвы и все другое, что мы можем делать, это выражает нашу жертву. Это проявляет не просто нашу жертву, а в этой жертве проявляет наше сердце. И, соответственно, поэтому Бог будет нас благословлять или не благословлять, слышать или не слышать, отвечать или не отвечать. И поэтому я верю, что мне хочется, я верю, что сегодня нужно как-то подчеркнуть служение Богу как жертвенность. Не как пение, не просто как молитва, не просто как проповедь, а то, что это жертва для Бога. И поэтому Господь, когда открылся Аврааму, Он ему намекнул, что Он хочет что-то от Авраама. Бог говорил ему, что «Я хочу, чтобы ты пошел». Когда Авраам пошел за Богом, туда, не зная, куда идет, Бог повел его, что это было? Это была жертва Богу. Он пожертвовал своим укладом жизни прежним. Он пожертвовал местом жительства. Вы можете согласиться, правда же? Это уже был шаг, это уже была жертва. Он поверил Богу. И когда он пошел за Господом, и Господь обещал ему завет, и Бог обещал ему, что его потомство завладеет вот этой землей, по которой ходит теперь Авраам, будущий землей Израилевой, но тогда это была земля обетованная, то есть обещана. И он говорит, Господи, почему я буду это знать? Что ты выведешь мое потомство 400 лет спустя? Он говорит, приготовь мне вот такую жертву. Бог сказал ему, рассеки это. Однолетнего овна там и так далее. Приготовь мне это. И когда он это приготовил, Бог прошел огнем посреди этой жертвы. Понимаете, между рассеченными частями животных Господь прошел огнем, это был завет, и таким образом Бог сказал, я заключаю с тобой завет, что ты будешь отцом множества народов. И огонь Божий, Божий огонь, сам Господь как бы в огне прошел между вот этими частями, то есть Бог показал, что это внутренний завет. Бог указал ему принести эту жертву. Ну а так Авраам тоже приносил Господу жертву, то есть он делал переходы от места на место, и Бог не говорил ему сделать жертву. Но Авраам сам понимал, что Богу нужно что-то отдать. И он совершал переходы, делал между Вифилем и Гаем, и там приносил место этих жертвенников или на этих жертвенниках. Но это был путь Авраама, но наступило что-то. Что-то, что он никогда не делал, и Бог никогда не делал и до, и после этого. Бог сказал ему, я хочу, чтобы ты принес мне жертву. Самое лучшее. Возьми сына твоего, которого ты любишь, единственного твоего. Написано в 22 главе Бытия, Бог испытывал Авраама, искушал его, то есть проверял его. Мы знаем, что наш Господь, Он никогда не требовал человеческих жертв, никогда. Но здесь Господь, проверяя Авраама, попросил его. Попросил его об одном, чтобы он отдал самое дорогое, самое лучшее. А это был его сын, наследник которого он ждал всю жизнь и ждал еще 25 лет после того, как Бог ему пообещал. Аврааму было 75, и Бог пообещал ему, я дам тебе наследника. Он ждал еще 25 лет. И в возрасте 100 лет, родив сына, и уже воспитывая его как ребенка, как подростка, вдруг получает от Бога задание. Иди, иди в землю Мориа, то есть это земля Израилева, и принеси жертву во всесожжение. То есть сожги сына твоего предо мною. Представляете? Об этом даже страшно говорить. Язычники никогда этого не поняли, неверующие люди могут это не понять, но такова была проверка. Это была большая цена. И Авраам, который радовался и не мог не нарадоваться о своем сыне, он вдруг
почувствовал, что это он должен сделать. В его сердце была вера, что Бог все равно его воскресит. Бог все равно что-то сделает. Бог не допустит этого. Он шел, и он верил. И этот путь описан в 22 главе Бытие. Эти вопросы, которые задавал ему сын, это было испытанием для Авраама. Авраам не знал бы, что ответить, если бы он не ответил Духом Святым. Он сказал, Бог усмотрит. Потому что сын спрашивал, где жертва, отец? Где жертва? Где агнец для всесожжения? Вот дрова, а вот огонь. А где же жертва? Он ответ сказал, Бог усмотрит. То есть, Иегова Ирах. Значит, Господь усмотрит себе жертву. Они пришли на гору Мориа. Это гора, на которой стоял храм позже Соломона. Это гора, на которой стоит сегодня мечеть Амара или храм, мечеть Скалы. То есть это место, в которое верят арабы, именно на этом месте Авраам собирался принести в жертву Измаила. То есть, ну, они, так как потомки Измаила, они верят, что не Исаак, не именно Исаак, а Измаил должен был быть принесен. Поэтому они это место оберегают как святыню. Они верят, что именно Измаил наследник, именно Измаил является первым лицом, которого благословил Авраам. Ну, это их право, конечно, думать так. Но эта гора Мария, это было как раз то место, и где был Иерусалим, это было то место. И Голгофа, где был принесен Иисус в жертву, это было место рядом. То есть, можно сказать, почти то же самое. Это одна и та же возвышенность. Только, ну, можно сказать, одна и та же гряда, одно и то же плато. Совсем рядом. И вот, когда мы смотрим на сына Исаака, то мы понимаем, вот это была на самом деле жертва. Бог никого так не испытывал, как Авраама. Он испытывал его годами, он испытывал его самым дорогим, что было в его жизни. И мы знаем, что было дальше. Бог не принял эту жертву. Бог остановил Авраама и сказал, «Авраам, не делай над отроком никакого зла. Я вижу, что ты повиновался мне». То есть Бог испытал его. Это было сильное испытание. И Авраам был готов. И так как он был готов, Бог сказал, истинно теперь, благословляя, благословлю тебя и умножая, умножу потомство твое. Мы видим сегодня народ израильский как благословенный народ. Это народ, находящийся в конфликте, да, там есть опасность войны, угрозы, ненависть вокруг, но тем не менее это Божий народ. Мы знаем, что без Господа они не могут быть спасены и оправданы, но то, что они благословлены, благословлены повсюду в мире, это факт. Они благословлены в любой части света, где бы они ни находились. Божий народ, еврейский народ. Это обещание, которое было дано Аврааму. Но что сегодня Бог ожидает от тебя, от меня? Он ожидает от нас жертвы. Он не ожидает от нас обычного служения. Он не ожидает от нас рутинного служения, буквенного, формального. Он не ожидает от нас просто, чтобы мы ходили в церковь. И это его устраивает. Он ожидает от нас жертвенного служения. Служение, которое Господу отдает как бы жертву, самое лучшее. И тогда Бог благословит и нас. И тогда Божье благословение будет на церкви в Нарве, будет на твоей судьбе, будет на твоей жизни, потому что ты приносишь Богу лучшее, как жертву. И жертва отделялась, она отбиралась, то есть был отбор. Понимаете? Чтобы принести Господу жертву в Ветхом Завете, эти жертвы отбирались, то есть самое лучшее отбиралось. То, что, казалось бы, нравится самому человеку, то, что нужно ему. Но люди понимали, нужно лучшее дать Богу. Так поступил Авель, и Бог презрел на него, то есть обратил внимание. Так поступали израильтяне. Жертва – это самое лучшее. И смотря на жертву, Бог смотрел на сердце человека. Это определяет. Сегодняшняя наша жертва показывает наше сердце. Показывает наше сердце Богу. Наше сердце Духу Святому. И Бог, прежде всего, принимает сердце. Псалом 50, Псалом 50, стих 19, говорит, что жертва Богу – это дух сокрушенный. То есть самая важная жертва, которую мы можем пожертвовать, это наше сердце. Это сокрушенное. Какое сердце? Сокрушенное сердце. То есть такое, которое вот хочет Господь. Вот у меня, допустим, свое сердце. И у тебя.
У меня свой характер есть. Или был. Может быть, что-то осталось, наверное. Может быть, что-то в тебе осталось. Понимаешь, наше, созданное внутри нас нашими желаниями, нашей волей. То есть я хотел, чтобы было так. Допустим, я намерения имел такие, такие, и ты так же. Но это, что в твоем сердце, в твоем моем характере, оно не может нравиться Богу. Понимаете, может быть, это упрямство, может быть, это сомнение, может быть, это что-то другое, может быть, непослушание. Это все и многое другое могло быть в нашем сердце. Хорошо, возьмем вот это сердце, допустим, мое сердце. И, допустим, если оно полно упрямства, полно гордости, обиды, огорчения и так далее, и возьмем это сердце, подарим Господу. Будет ли это хорошая жертва? Нет. Но вот жертва Богу – дух сокрушенный. Когда я вот это все в себе разбиваю и Богу отдаю сердце другое. Понимаете? Я отдаю Ему самое лучшее из своего сердца. То есть я как бы умираю, отдаю Богу то, что самое лучшее, а плохое как бы я не несу Ему. То есть я отдаю Ему лучшее. В смысле, я разрушаю свою волю. Не то, чтобы свою волю разрушаю, но как бы ради Господа, свое желание, свои намерения я подчиняю Господу, я как бы умираю для этого. Потому что каждый человек – индивидуум, каждый человек имеет сильное желание, каждый ребенок, он имеет сильное желание, потому что он человек. Павел говорит, все ищут своего, не того, что угодно Христу. Вот мы так устроены были. Но благодаря Иисусу Христу, который является примером, который смирил себя, быв послушен Отцу, мы можем увидеть в Иисусе, как мы можем смирить человеческие амбиции, желания и волю перед волей Божьей, и тогда наше сердце называется сокрушенным сердцем. Мы часто не хотим это сами, и Бог допускает разные обстоятельства, которые сокрушают нас. Причем не просто Бог заставляет нас, но Он посылает такие обстоятельства, при которых мы начинаем уступать Богу. Мы со своей волей, со своими амбициями начинаем соглашаться уступать Господу. И что? Тогда Господь занимает это место. Ему нужно лучшее сердце. То есть сердце, имеющее лучшие качества, отданные Богу. И поэтому Господь, Он работает над нами. И Давид говорит, я бы дал бы тебе жертвы, но ты не благоволишь к ним. То есть я бы дал бы тебе эти овцы и волов, но Давид говорит, другими словами, я знаю, что жертва Богу – это дух сокрушенный. И вот сокрушенное сердце Бог не отвергнет. Он не отвергнет, Он примет это сердце. И вот когда мы приходим к Богу, и мы приходим в поклонение и хвале, Бог ждет от нас какое сердце? Ну, мы все уже догадались. Сокрушенное сердце. Смиренное сердце. Это жертва, угодная Богу. И вот это сердце ждет Господь. В Новом Завете мы знаем, Бог не требует от нас и не говорит, принесите мне овец, волов, или коз, или голубей. Он просит наше сердце. Он просит сердце, открытое для Бога, сокрушенное и смиренное. Поэтому покаяние, крещение и послушание Богу являются теми шагами, которые сокрушают нас перед Господом. Мы сокрушаемся, то есть наше сердце, наша воля. Мы не всегда понимаем, что мы проблема для Бога. Мы часто думаем, что мы такие хорошие. Но чем больше мы идем с Господом, тем больше понимаем, что мы часто. Мы именно являемся препятствием исполнения воли Божьей. Наши сомнения, наша обида, наши другие отрицательные качества, они являются преградой Богу, чтобы действовать. Согласитесь, правда же, да? И поэтому Бог хочет, чтобы мы пожертвовали Ему вот это сокрушенное сердце. Смиренное, сокрушенное сердце. И вот жертва Богу, дух сокрушенный. Жертва Богу – это воздеяние наших рук. Давайте посмотрим на некоторые элементы жертвы. Псалом 140, стих 2 говорит, «Воздеяние рук моих, как жертва вечерняя». Когда человек усталый, и вечером он после труда возвращается домой, ему может быть так тяжело, но знаете, это жертва, он Богу поднимает свои руки. Он поднимает усталые руки, и он воздвигает их пред Господом, он говорит, «Господи, я отдаю их Тебе, я поднимаю их к Тебе». Это вечерняя жертва. Она очень драгоценна пред Богом. Когда мы вечером молимся Богу, когда мы вечером усталые, но мы поклоняемся Ему, говорим с Ним, мы не забываем о Нем, мы не игнорируем нашего небесного друга.
потому что Господь желает дружеских и близких отношений с нами в Духе Святом. Итак, воздеяние рук – это жертва. Жертва Богу, конечно, это плод наших уст. Плод – это значит результат того, что исходит из наших уст. Библия говорит, что от плода уст своих человек наполняет свое чрево. То есть то, что мы говорим, то будет потом в нашей жизни. И поэтому отрицательные слова, пустые слова, праздные слова, грубые слова, они питают нашу жизнь неправильными, отрицательными эмоциями, отрицательными сигналами, проклятием, болезнями, горечью и так далее. Но положительные слова, слова, плод наших уст, в смысле как хвала и прославление, это жертва, угодная Богу. И мне хочется, чтобы говорить слово это для того, чтобы мы были очень усердны. Чтобы мы, находясь в церкви, находясь в собрании, мы были очень усердны в своей хвале. Чтобы наше прославление не было, я хочу повторить, вялым, не было таким утомленным, не было посредственным таким, второстепенным. Чтобы это не было просто пение, но чтобы это было выражение Богу, прямо как жертва. Наше пение – это была жертва Господу. Библия говорит, что есть пожертвенное время общительности. Общительность – это тоже жертва. В этом сказано послание апостола Павла к евреям, 16 стих, 13 глава, Евреям 13, 16. «Не забывайте также благотворение и общительности, ибо такие жертвы благоугодны Богу». Благотворение, благотворительность, которую ты можешь осуществлять – это жертва твоя. Это жертва. Это то, что между тобой и Богом. Благотворение – это жертвенность. Если бы мы бы с вами были иудеями, и если мы были бы в Ветхом Завете, мы бы знали, о чем идет речь, когда мы говорим о жертвах. Это было целые церемонии, это была подготовка, это был отбор животных, это была тщательная личная подготовка, потому что без этих жертв, без этой крови они не получили бы никакого прощения. Мы знаем, что сегодня существует жертва Иисуса Христа, которая нас освобождает от наших жертв для нашего спасения. Но тем не менее Бог хочет видеть нашу жертвенность. Это не цена нашего оправдания, спасения, но это это стоимость нашей веры и нашей любви. Почему Господь сказал, кто сеет щедро, тот щедро пожнет? Потому что это показывает сердце человека, щедрость сердца. Кто скупо сеет, тот скупо пожнет. То, что посеет, то и пожнет. То есть это говорит о качестве, не только о количестве, но о качестве человека. Кто скупо сеет, то есть скупясь, сожалея, скупо пожнет. А кто щедро сеет, он щедро пожнет. Что человек посеет, то есть какой сорт он посеет, такой сорт он пожнет. Важно, посев зависит от нашей щедрости, от нашей веры, доверие Господу, правда, что мы верим. Вот. И жатва зависит от того, что мы сеем, как мы сеем, куда мы сеем и сколько мы сеем. Когда-то я об этом проповедовал. То есть, что мы сеем, то мы пожнем. Сколько сеем, щедро пожнем. Куда мы сеем, то есть на добрую почву. Мы посеем в плоть, от плоти пожнем тление. А посеем в дух, от Духа пожнем жизнь вечную. То есть очень важно увидеть, куда мы сеем и как мы сеем. Как это значит, с каким сердцем. Точно так же действует в поклонении. Это как посев. Это то, что мы делаем во имя Господа, и то, что вернется нам благословением. И 133-й псалом говорит: «Благословите Господа, воздвигните руки к святилищу». Псалом 133, стих 2. «Воздвигните руки, стоящие в Доме Божьем во время ночи. Благословите Господа», и дальше сказано: «Благословит тебя Господь, сотворивший небо и землю». Поэтому я хочу вдохновить особенно поющих в церкви. Ну, не в смысле группы прославления, и всех, конечно, но всех нас, чтобы мы подумали, что я тот, от которого Бог ожидает духовные жертвы.